В этом году для получения продуктовых пакетов при мэрии муниципия Камрад необходимо собрать и предоставить перечень документов: медицинскую справку от семейного врача с указанием диагноза, справку о составе семьи, справку о квоте, копию паспортов всех членов семьи, документ, указывающий на размер пенсии либо доходов. Люди с ограниченными возможностями должны предоставить копию документа, подтверждающего это, отметила начальник социального отдела при мэрии муниципия Камрад Ольга Патутина. Люди получали и будут получать, только нужно предоставить полный пакет документов с указанием дохода семьи. До сих пор просто если приносили справочку от врача, и мы видели тяжелое материальное положение, мы включали. А теперь нужно, чтобы документально было все правильно оформлено. Федора Штирбу, пенсионерка, говорит, что помощь местных органов власти крайне необходима. Спасибо, что иногда вспоминает о нас. У меня 41 стаж работы и 2600 лей получаю. Куда тянуть это 2600? Тоже только газ и свет сколько стоит. Жительница муниципия Камрад Федора Димитрогла отметила, что социально уязвимым жителям особенно трудно в зимний период. Видите, у нас маленькие. И тем более сейчас зима. Отопление, газ, свет, все дорого. Так что если оттуда какую-то помощь получаем, это нас очень радует. Отдельные категории жителей города получают продуктовые пакеты несколько раз в году. В начале года предоставляется помощь ко дню празднования храма Камрата. Продукты на эти цели закупаются согласно плану государственных закупок при мэрии муниципии Камрад на 2024 год, отметил примар муниципия Камрад Сергей Анастасов. Провели государственные закупки сразу на Пасху и на храм города. Сумма общая около 500 тысяч лей. Если разделить на два, то сумма чуть больше 200 тысяч. Социальные пакеты будут подготовлены в течение недели, и уже к началу следующей они будут выдаваться. Продуктовые пакеты по случаю храма города получат 1250 жителей муниципия. Алена Терзи, Вячеслав Кыса, Алексей Герчу, ГРТ Новости.